мои дорогие друзья, я вас приветствую. Да, пью кофе. Злюсь на себя, знаю, что нельзя, но... Знаете, как ни настроение, ни сил, ни здоровья, короче говоря. Да, все вы знаете, вчера попадание... Слава Богу, вроде бы как из деток никто не погиб, но есть пострадавшие. Посмотрим, что оно будет дальше. Мы как раз были с мамой на огороде. Я что-то подумала, но когда бабахнуло, я грешным делом подумала, что это, скажите мне, машины вот эти ездят. Это ж кошмар какой-то. Хороший запах. Наташа, купи лука. Наташа, купи лука. 3 рядка больших, длинных, посажено. Ну, хотя бы баночку, ну, хотя бы баночку. В общем, мои дорогие друзья, я сейчас еду на Озерку. Посмотрю цены, почем квиты, да, цветы, розы. Ой, я только курточку не надела, блин. Почем лучок на посадку. Баночку маленькую куплю. Что сниму, то сниму. В общем, Днепр, Озерка. Цены мои хорошие. Ставьте лайки, пишите комментарии. Знакомьтесь с Нателлой. Днепр, новый центр. Скоро уже будет старый центр. Сегодня в городе пусто, солнечно, тепло, пробок нет, да и людей нет. После вчерашней атаки 9 многоквартирных домов пострадало, 25 автомобилей, 4 учебных заведения. Весна. Так ждали эту весну, такая надежда была на какие-то изменения. Всегда зимой страшно. Ну, как-то так. Все, ребята, я на Озерке. Поехали. А почем баночка лучка? 60. А почему лучочек? 60 и 50 банков. Скажите, пожалуйста, это крупненький такой? Да, это будет. На крупную головку, это на хранение. Вот эти мне баночки, 60 гривен. Хорошо, сейчас. Так. А укропчик у вас почем? Кустовой 20, звычайный 10. Звычайный, можно? Да. Спасибо большое. Что там на эту я ложу? А почем клубничка? Клубничка, смотри, какая. Объясни. Вот это вот клубника. У меня по фотографии. Это 100 рублей пучок. Пучок, да? Это 100, а ремонтанная 140. А сколько в пучке там? 10 штучек. Вот это хорошая. Мне нравится. Это нора. Там она и рамка 50. Так, короче, 100 гривен, да, пучок? Спасибо. А скажите, у вас есть вот марлин?
Хорошо. А коктовая роза, хозяечка, почем? По 100 гривен. По 100 гривен, да. А почем ведро арбузиков? 225 целое ведро. 225 целых. Да, уточните, да, вам после секунды. Куда вы убежали? Так, сколько вам надо повесить? Да подождите, я смотрю пока только. Свежайший, хороший, вкусненький будет. И сало вкусное. Я у вас сало брала, у вас офигенное сало. Ну, да. По 30 гривен, я дорого не прошу. Я знаю, что это недорого. Есть. Обязательно. Ну, буду идти еще, куплю, вы же не убегаете никуда. А, вы... У меня есть, знаете, сколько? Такой кусочек. А почем учет на посадку? 25. Вот это вот полулитровая 25. Дайте мне баночку.
я за путями за 60 купила. Почем сказали? Как называется это? Штуда. Ну, это вот какая они палится? Какая она палится? О, нормально, давайте баночку. Тю! Шутово. Почем она? 20. В этом году как-то подозрительно редиска дешевая. И капуста по 10. Прямо на радость, что ли, не знаю. А почему вот эта ваша капуста чим-чи? Ладно, в следующий раз. Что следующий раз? Уже чуть-чуть осталось. Это ведет. Я просто выскочила с машины там, да. И мне. Мама еще привезет. Солнышко, и 2 килограмма по 23 розовенькая, если можно. Я сейчас пока вот так. Ну что, я старалась камеру не тыкать людям, да? Значит, розы очень дорогие. Да ну нафиг. А что, в том году купила 3 куста, а они никуда не годятся. Дороговато. Мясо, сало, значит, нету на Озерке. Ну, потому что там уже стали мало покупать его. Люди покупают сейчас в супермаркетах. Вот. Ну, тоненькое сало 180. Это же перед Пасхой, понимаете? В общем, лук я купила, видите, за 60 одну баночку. И вот баночку за 25. Ну, мне хватит. Зачем? Чего я буду нагребать? О, Господи. Да успокойся, что ли. Не спешите ж так. Не спешите, люди добрые. Господи. Ой, Боже. Погнала я через центр, потому что здесь, как всегда, черт ногу сломит. Думала замерзну. Я не думала ехать на Озерку. Думала замерзну. Я просто не одела куртку на себя. Нет, нормально, хорошо, солнечная погода. Ну, такой ветерок, конечно, небольшой. Но тем не менее. Тем не менее. Египетских пирамид. Они подавали їжу на стол фараону. Офіціант – це професія, яка підійде людині певного складу характеру, тому що тут потрібні і миролюбність, і терпіння, і навіть альтруїзм. Багато всесвітньо відомих людей починали свою кар'єру з цієї професії. Наприклад, Ален Делон працював офіціантом у пивному барі, а Бред Піт – офіціантом у ресторані швидкого харчування. Фу, жарко прям. Чего так в машине жарко? Надо что, кондиционер включать? Фу, картошка 23, капуста, редиска, рыбки взяла свежей. Карасиков. Сейчас надо заехать купить это еще. Косточки. Ой, у меня же есть для Степаши косточки. Людочка вчера принесла. Не знаю, работать в ресторане и котам ничего не носить. Ребят, вы такое видели вообще? Она говорит, я никому не разрешаю и сама не беру. Да блин, тупо отходы. Ну как это так? Не, я не понимаю этого. Ну потому что оно и не надо. Нахера эти коты нужны? Все ясно. Ну просто, девочки, честно, там столько отходов. Да, это не столовая там, но все равно есть отходы. Есть. Я видела. Особенно, когда они на штат готовят. Такую бурду готовишь вообще.
Ну, не знаю. Люди едят, а Люда моя не ест. Вот, вот эта больница, блин, сейчас. Девочки, вот здесь я была. Медицинский областной клинический центр кардиологии и кардиохирургии. Там, блин, девочка закрыла. Вот, это улица Мечникова. Ой, все, поехала. Вот, в одном месте за путями 65 баночка, а внутри в озерке. А, ты что, думаешь, что разодирает? Ух ты какая, глянь, на кого ты. Молодец. 25 в озерке. Бойку положи. Подожди, морковка, полный пакет. Полный-полный, не так, как вчера. Ага. И вот еще укроп простой колхозный. Колхозный. Обыкновенный колхозный за 10 гривен. Хорошо. Вот а туда... лучок будешь довольна. Луковица крупная. Давида, понечу. Да, все, ложу, мама. Вот, в твою посуду, в твое приданное. Так, ты выйди со двора. Выйди с дома с моего. Выйди с моего дома, я сказала. Забыла ж показать, что у меня окна и двери. Хожу, любуюсь. Ой, боже мой. Это я поставила. А сколько там теперь обштукатурить надо? Представляете, сколько это будет стоить? Да. Сейчас дешевых мастеров тоже нет. Дешево дашь, так и сделают. Так, девочки. А, девочки, клубника. 10 кустиков, 100 гривен. Забыла я маме сказать. Вот, 100 гривен. О, моя рассадка стоит. Так, вы что, такая дороговизна? 100 гривен клубника. Боже, боже. У нас это, ну, сколько ее? По большому счету, может, это и недорого. А может, это и недорого, девочки, для клубники, а? Смотрите, лучочек. Вот, раз, два, три рядка. Вот это вот чеснок посажен. Вот, раз, два, три, четыре. А это лучок у меня посажен. Вот так вот. Какой-то дядька работает. Дядька-шмятька. Да, дядька, смотри аккуратно. Я блогер. Лучше в кадр не попадай. Лучше, дядьки, в кадры не попадайте. Да, Степушка? Степанчик? Я приехала, бегом камеру в руки. Какой же ты у меня упитанный. Девочки, ест за троих. Ой. Хочу петунью здесь посадить, такую, эту, бульварную, ну, которая стелится ковриком. Я, кстати, купила, а где положила, не помню. Ну, память. Уже все, девочки, с памятью. Что-то с памятью моей стало. Абрикосы ж зацвели, самое главное. Посмотрите, девчатка. И в мене апельсин. Это абрикос и апельсин. Как хорошо, что мы ее не срезали. Но надо подлечить в этом году ее. Я лечила, сама пиляла. Почти он пиляла, шесть пиляла. Замазывала, прививала. Груша моя. Ну, грушей даром не надо. Я, наверное, вообще ее спиляю. От нее осы, меня осы кусают, мне нельзя. Лесная красавица называется. И не вкусишь. А когда она только начинает спеть, очень вкусная, но это надо успеть. Два дня, потом все. Это у меня были внуки, дети. А так. Не, ну пускай, конечно, пока постоит. Просто надо ветки немножко обпилять. Я терпеть, потому что терпеть не могу, когда вот эти осы. Кошмар. Ой!
Степушка. Так, мама, а что это мы копаем? Выкапываешь лук? Ты хочешь его пересадить куда-то? Нет, лук, чеснок убираю. Вот этого рядка хватит. А, да, да. Ты... А вот мы сеемся, сеемся. Ага, раз. Избавляешься, правильно. Зачем? Он занимает место. Ага. Поняла. Слышишь, такая зелень дорогая на рынке, а мы выкидываем, да? Ну, такая условие. Лук, чеснок, это гибрид, да. Он хватит. Его будет, да, он. Да, он. Ага, ага, ага. Зачем он мне везде по огороду? Он будет расти, расти. Ой, ну вот этот вьетнамский лук, ну красота, конечно. Ты видела, какая морковка большая, пачка, прям полная? Хорошо. Да, Степушка, а ты видел? А ты видел? Ты лучок поджевываешь, поджевываешь лучочек. А ну, брысь, брысь. Девочки, девочки, мальчики, успокоились. В общем, не до раду, но тем не менее, я такое люблю. Все остальные, если не хотят, а самое больше люблю я здесь, это пригаленный лук. Все, друзья, день в разгаре. До новых встреч. Еще обязательно с вами увидимся.